Абхазия снискала себе славу одного из ведущих курортов еще в бытность Советского Союза. Одной из ее визитных карточек была Пицунда. 5 ноября исполнилось 47 лет со дня основания курорта Пицунда. Этот большой подарок строителей родине организовал славный коллектив Треста «Пицунстрой» вместе со своими многочисленными субподрядчиками. Комплекс курортных сооружений включал в себя 7 14-этажных гостиниц-пансионатов, курзал, фабрику, кухню, подсобные предприятия и службы. Пицунду строила вся страна, и отныне это место становится всесоюзной здравницей. Первыми ее гостями стали сами строители – москвичи, ленинградцы, ростовчане, свердловчане, люди, которые своим самоотверженным трудом заслужили право первыми обживать новый курортный центр, равного которому по масштабу то время на Черноморском побережье не было. Им, вложившим в Пицунду свой вклад, мастерство скажут впоследствии сердечное спасибо тысячи и тысячи курортников, которых ждал и принял новый город здоровья. Тысячелетия словно пронеслись над Пицундой, и пробудилась новейшая и необыкновенная яркая и содержательная сторона этого уникального уголка республики.